Очень богатые люди стараются не выделяться, чтобы не привлекать к себе внимание. Итак, обычный поезд Москва-Липецк. Так, еще раз, у Dogecoin волатильность большая. Давай половину в кэш переведем, потом уже по рынку будем смотреть. Я говорю, половину в кэш переведем, а потом уже по рынку будем смотреть. Я перезвоню. А, хорошо. Еще бы вода горячая была. Мужчина, может, вы к себе на верхнюю полку подниметесь? А ты вообще на какие шиши два нижних места купил? Я занимаюсь криптой. А что это такое? Децентрализованная система расчетов, основанная на блокчейн-технологии. Понятно. Не хочешь, не рассказывай. Слушай, а у тебя же компьютер, а у тебя есть там этот сайт, который... сволочь! Госуслуги? Угу. Поможешь мне это, СНИЛС прикрепить? А то я уже и так, и эдак, но не получается у меня без компьютера. Если я вам помогу, вы от меня отстанете? Обещаю, залезу на верхнюю полку и буду спать до самой Читы. Поезд до Липецка едет. А я крепко сплю. Так, водите. Не подглядывай. Да не нужен мне ваш СНИЛС. Ага, всем нужен, а тебе не нужен. Ладно, вбивайте, я пока в вагон-ресторан схожу. Этот тип должен быть в купе, иди проверь. Тук-тук-тук. Извините, у меня там в соседнем купе так шумно. Можно я у вас тут посижу? Ого, вот это бонусы от РЖД. Садись, конечно. Сейчас только за вещами схожу. Он не выглядит как криптомиллиардер. Все криптомиллиардеры не выглядят как криптомиллиардеры. Он рыжий? Да. В очках? Да. Неприятный? Максимально. Все, это он. Возьми вот это. Сделай так, чтобы он сделал один глоток. И дальше ворвемся мы. А вот и я. Это ты так за вещами сходила? Молодец, берешь в дорогу только самое ценное. А вы что, совсем один едете? Я? Да. Я это, ну, это, как его, специально себе два нижних места выкупил, чтобы работать удобно было. Вот у меня компьютер, там у меня деньги. Я, кстати, себе еще и верхнюю полку купил, но это так, для барсетки. Ого, а чем вы занимаетесь? Меня так заводят умные мужчины. Так это децентрализованная система расчетов, основанная на блокчейн-технологии. Ого, как мне хочется. Так сложно. Тут без бутылочки не разобраться. Красивая женщина сама пришла ко мне в купе и предлагает выпить. Чего ж я раньше этот СНИЛС не прикрепил? Давайте. За знакомство. Интересный вкус. А, не, нормально. Ну, как вы себя чувствуете? Ничего не парализовало случайно? Да нет, наоборот, даже как-то все зашевелилось. Слушай, а может мы с тобой, как говорится, возьмем простынку, накроем вот эту нижнюю полочку и... Наконец-то! Отличная работа! Дальше дело за нами! У нас 15 минут, быстрее! Чё вы тут делаете? Ты еще кто такой? Проводник? Лотерейку? Ну, нет так нет, отдыхайте. Подожди-ка, ты слишком быстро сдался для проводника. Рыжий в очках, неприятный, это он! Отлично, гони деньги! А ну-ка отошли от него. Ты ж был парализован. А я себе 13 прививок от ковида сделал, у меня организм теперь вообще непредсказуемый. Отпустите его, я не хочу умирать, тем более отснился. Да успокойся, это обычная картонка. Не обычная, а заламинированная. Чего? Можно я пойду? Да иди.
Ого, а снился как русская культура. Надо хранить ее, когда-нибудь она нас спасет. Слушай, хорошие слова. Может, обмоем это дело? Так вас же опять парализует. Я знаю. Секция, благодарим.